Проверки катеров, катамаранов и водных аттракционов проводятся регулярно, но участились после трагедии в Джубге. Там в результате перегруза катера утонули две женщины. Такое же нарушение обнаружили в Лазаревском в рамках операции «Курорт-2019». Катер «Марлин» перевозил 23 человека, а положено по судовому билету 12. Опрашиваются граждане, которые находились на данном судне. Также просматривается вся документация, которая находится на данном судне, значит, лицензирование, как выходил данное судно, значит, откуда он отправлялся, имел ли он договор водопользования. Значит, данный материал, значит, весь соберется и направится в Следственный комитет на транспорте для принятия законного решения. Инспекторы составили административный протокол, а также проверили, оснащено ли судно спасательными жилетами и аптечкой. Еще одно из обязательных требований к маломерным судам – наличие на борту средств пожаротушения.